это оперативнее. Здравствуйте, меня зовут Артем. Я пришел сюда с проектом вертикального модульного сада. Вот. Концепция проекта такая. Сад состоит из керамических кирпичиков, каждый из которых представляет собой горшок с умной системой полива, и все они между собой соединены по Bluetooth. Таким образом, вы можете выстраивать вертикальный сад любой конфигурации, вот, и управлять поливом, ну, особо не заботиться о том, чтобы поливать этот сад руками. Вот. Ну и главное тут скорее не на выращивание каких-то продуктов пищевых, а скорее дизайнерское такое решение интерьера. А что у вас уже есть? Наработки какие-то есть? Пока только идеи. Пока только идеи. А вы где-то видели аналоги? Аналоги видели, но керамические не видели. А кто вам нужен? У нас в команде есть архитектор, разработчик, это я, инженер, и агротехнолог. Тоже вот, есть, да? У вас укомплектованная команда? Но, или нет, нам не помешают еще инженеры, еще маркетологи. Между ждем и нам не помешает большая разница. Ждете? Да. И зовете? Конечно, зовем. Ну тогда еще раз позовите. Спасибо. Я сейчас, подождите, не уходите, как ваше имя? У вас нету. Артем, смотрите, вот тем, кто сюда выходит, я даю там, ну, можно один источник, ну, парочку на всякий случай, сейчас Юле тоже, чтобы вы, во-первых...